Лекция номер 11. Основы общей эпизоотологии и инфекционных болезней животных. Профилактика занозных болезней животных. Занозные инфекции, инфекционные заболевания, передающиеся человеку от животных. К ним относятся сибирская язва, бруцеллез, ящер, туберкулез, листериоз, тулеремия, лептоспироз, лихорадка ку, коровье бешенство, САП и многие другие. Заражение человека от животных может происходить разными путями или даже сразу несколькими путями. Это контактным путем может быть заражение человека, пищевым, аэрогенным, также через укусы насекомых и так далее. Причиной заболевания человека также может быть употребление мяса и молока от больных животных, мяса и яиц от больной птицы. От человека к человеку занозные инфекции, как правило, не передаются, однако зоонозные инфекции только передаются человеку через животное. То есть при убое скота может быть инфекция может передаваться, например, сибирская язва. Далее, также занозная инфекция может передаваться через пищевые продукты. После забоя скота, например, могут обнаружить, что у животного выявили ящер или бруцеллез. Значит, это сырье недостаточно термически обработано. Сырье также может быть источником инфекция, которая может отрицательно повлиять на здоровье человека. В связи с этим, после убоя скота проводят ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, также молочное сырье также проверяется на бруцеллез и другие заболевания. Если после убоя выявили у мясо у туш животных туберкулез, то идет на переработку в дальнейшую, то есть на переработку колбасных изделий, также консервных производств, это сырье направляется, так как после термической обработки при высоких температурах патогенные микроорганизмы этих заболеваний погибают, и в дальнейшем для человека оно является безопасным. Поэтому правильный ветеринарно-санитарный осмотр после убоя животного немаловажен, также является обязательным. А свидетельство о том, что сырье было проверено ветеринарными специалистами, это маркировка туш, также ветеринарное свидетельство дает о заключение о том, что это сырье безопасно для потребления человека. Также при жизни животных, у животных могут проявляться инфекционные заболевания, которые могут проявляться на кожных покровах, в общем физиологическом состоянии. Это все можно определить и диагностировать при жизни. Одним из распространенных инфекционных заболеваний это бруцеллез, бруцеллез инфекционная хроническая болезнь многих животных. Также оно передается человеку. Бруцеллез составляет более трети всех занозных инфекций человека, которые передаются через животных. То есть недостаточно термически обработанное молоко и мясо могут быть
путем заражения этого заболевания. Человек заражается при контакте с больными животными или при употреблении зараженных мяса или молока. Особенно опасны молочные продукты от больных коз и овец. Также отмечен выраженный профессиональный характер этой инфекции у животноводов, зоотехник и мясников. То есть при контакте тоже эта болезнь, инфекционная болезнь передается человеку. Поэтому ранняя диагностика инфекционных заболеваний дает положительный эффект в дальнейшем, чтобы это инфекционное заболевание в дальнейшем не распространялось на другие стада, также не был падеж скота, поэтому ранняя диагностика должна проводиться в хозяйстве. То есть визуальный осмотр, также диагностический осмотр должен проводить ветеринарный врач своевременно. Приветствую вас, уважаемые коллеги животноводы. В сегодняшнем своем видео я хотел бы рассказать о таком инфекционном заболевании, как бруцеллез сельскохозяйственных животных, в частности, о бруцеллезе ТВС. Бруцеллез – это хронически протекающее инфекционное заболевание разных видов животных. Болеет им, как крупнорогатый скот, овцы, козы, лошади, верблюды, свиньи и собаки. Болеет бруцеллезом, конечно, не человек. У крупнорогатого скота бруцеллез обычно протекает как скрытая инфекция. Бросающиеся в глаза признаки основным симптомом, так сказать, является аборт. И следующие за ним — задержание по следам и метрит. Иногда в редких случаях можно наблюдать также такие уситы. Это воспаление суставных сумок на передних конечностях. И гигромы. Это при пухлости жидкости в области суставов, преимущественно задних конечностей. Чаще всего абортируют коровы на 7-м месяце беременности. Но бывает и на более ранней стадии. 3-4 месяца. Тогда можно нередко наблюдать плод без волочного покрова. Нужно отметить, что больная корова абортирует. Она может принести теленка, но силовая и в дальнейшем не жизнеспособна. Все зависит от того, как эта корова, когда эта корова заразится. Следует отметить, что все вышеперечисленные признаки дают нам повод подозревать бруцеллез. Но окончательный диагноз должна поставить ветеринарная лаборатория. Как же происходит перезаражение? Основным источником заболевания являются больные животные, которые постоянно выделяют заразное начало во внешнюю среду. В организм животных бруцеллы попадают в основном через ротовую полость, то есть оральное заражение. Также возможен и половой путь перезаражения. Наиболее опасным периодом заражение животных является период стойлового содержания. Почему? В случае, когда больное животное абортирует или пелится в окружающую среду, попадает в околоплодные межпелицы огромное количество бруцелл. Тем самым происходит обсеменение всего вокруг. Подстилка, стойло, будь то кормушка, корма, стены. Следует учесть, что
После аборта или отёла животные также в течение месяца чистятся, и у неё происходит выделение. От больной коровы, которая абортировала, может перезаразить всю территорию, всю карту. Достаточно, чтобы оттемнить всю территорию построек. Карту для выдала. Все вокруг будет усыпано этими бруселами. Пастбищный период. Также возможно перезаражение животных, но в меньшей степени. Также происходят пути заноса бруцеллеза в хозяйстве. Приводит к большому проценту зараженности. Когда абортируют корова, первое, что нужно сделать, это изолировать и поставить известность вместо ветеринарного. Отобрать сыворотку крови для серологических исследований и доставить в лабораторию. Необходимо также место, где произошел аборт, в коем случае нельзя просто выбрасывать аборт плод на навоз. Если это сделать, то возможно еще больше распространение инфекции, разнос ее собак. Что нужно делать максимально, чтобы не допустить проникновение этой инфекции в хозяйство? Во-первых, все поголовье имеющихся животных нужно исследовать два раза в год. Прятать или как-то скрывать поголовье не стоит. Нужно исследовать два раза в год, повторюсь. Весной перед выходом на пастбище и осенью перед сторонним периодом. Все поголовье 100% должно быть максимально исследовано. Второе, когда приобретаете животное, неважно, бык это или корова, их обязательно необходимо исследовать на бруцеллезе перед тем, как пустить в общую массу. Перемещение больных животных без карантина — это основной фактор перезаражения. То есть нельзя, чтобы в вашем хозяйстве находились неисследованные животные. Можно ли вакцинировать животных? Да, животных в нашей стране вакцинировать разрешено ветеринарным законодательством. Сделать это можно только в организованных хозяйствах, то есть ВП, КХ и так далее. То есть в хозяйстве должен быть соответствующий учет сельскохозяйственных животных, обособленный выпас животных, деление их на полувозрастные группы. В общем, должен быть серьезный ветеринарный учет. Помогает ли вакцинация животных от этой напасти? Да, помогает. Если кому-то будет интересно, какие вакцины применяют у нас в стране, можете написать в комментариях, задать вопросы. Мы с вами кратко смотрели видео. Признаки бруцеллеза у коров. Также оно может быть скрытой формой. Проходить для профилактических мероприятий против бруцеллеза используются два вида мероприятий. Первое – это неспецифическая профилактика, которая проводится для выявления изоляции больных животных на предприятиях животноводства. Также затем идет бактериологический контроль продуктов питания животного происхождения.
то есть исследуется рацион коров. Также следующее мероприятие – это обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты. Должны использовать это респираторы, перчатки, халаты. Второй вид мероприятий – это специфическая профилактика, которая направлена на создание у людей, проживающих в неблагополучных отношениях бруцеллеза района и работников животноводческого хозяйства, то есть создание иммунитета, тоже это заболевание. Также это проводится с помощью прививки вакцины, которая содержит ослабленные бактерии трех основных видов бруцелл. В связи с этим организм животного, организм человека сам вырабатывает иммунные тела против этого заболевания. Также прививочные мероприятия проводятся у скота, который, если выявили бруцеллез в данном хозяйстве, то выявленный скот ставится на карантин, остальное уже делается вакцинация против этого заболевания. Следующий вид инфекционного заболевания – это листериоз, заносная инфекция, которая вызывается палочкой листерии моногенез. Возбудитель длительно сохраняется в замороженном мясе, то есть при минус 4-6 градусов он способен активно размножаться в продуктах. Профилактика и меры борьбы листериоза при возникновении заболевания животных листериозом. Хозяйство объявляет неблагополучным и вводят ограничения. Больных животных изолируют и лечат, остальных прививают сухой живой вакциной. В случае вынужденного убоя животного, туши и внутренние органы при отсутствии патологических изменений направляют на промпереработку, то есть на производство вареных колбас. При истощении и дегенеративных изменениях мышца в тушу отправляет на техническую утилизацию, то есть не используется для пищевых целей. Затем на этом предприятии, на этих лесопереработочных предприятиях проводят текущую дезинфекцию, чтобы в дальнейшем сырье обсеменялось этими заболеваниями, учитывая этих заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний болезней животных предусматривает комплексное воздействие на все три звена эпизоотической цепи. В первую очередь необходимо исключить из эпизоотического процесса источники возбудителя, то есть которые являются больные животные. Для этого больных нужно изолировать и в зависимости от болезни их лечат или уничтожают в дальнейшем. Эта простая операция обеспечивает предотвращение загрязнения возбудителем окружающей среды. А выздоровевших животных содержит обословленной группой, не допускаем контакта с неболевшими животными, так как выздоровевшие животные могут быть носителями этого возбудителя болезни, поэтому их содержат отдельные группы
и не было контакта с здоровыми животными. В дальнейшем, учитывая, что носителями и выделителями возбудителя также могут быть мыши, крысы, а также насекомые, проводят мероприятия по их уничтожению, так как при заготовке корма также проводятся дезинфекционные мероприятия, так как через корм также могут передаваться инфекционные заболевания, так как мыши, крысы, также насекомые являются распространителями этих возбудителей. Поэтому профилактические мероприятия по уничтожению, дератизации и дезинфекционные мероприятия должны проводиться регулярно и своевременно. Следующий вид инфекционного заболевания – это болезнь Науэски или ложное бешенство. Это острая вирусная болезнь крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных, также пушных зверей, кошек, собак и грызунов, которые проявляются в поражении центральной нервной системы, органов дыхания и характерными расчесами в месте проникновения возбудителя. То есть, например, более наглядно вот на рисунке видно, характерные расчесы в области головы также могут быть одним из признаков болезни Ауэски или ложного бешенства. Визуально также можно диагностировать эти инфекционные заболевания. Дугообразная энцефалопатия КРС – это медленно развивающаяся инфекционная болезнь взрослого крупного рогатого скота, также известная как синдром коровьего бешенства. Заболевание характеризуется длительным инкубационным периодом до 2,5-8 лет, в ходе которого происходит поражение центральной нервной системы и в 100% случаев заканчивается смертью животного. Впервые дугообразная энцефалопатия была зарегистрирована в Великобритании в 1980-х годах. Последующие 10 лет распространилась в таких странах, как Франция, Португалия, Швейцария, Германия, Дания. Случаи заболевания КРС губкообразной энцефалопатии имели место в Канаде, Израиле, Омане, Японии и Австралии в результате завоза инфицированного скота. На сегодняшний день в России болезнь не зарегистрирована. Возбудителем данного заболевания является специфический тип неверно свернувшегося белка, так называемый приор, который выдерживает кипячение, многократное замораживание и оттаивание. В основном в губкообразной энцефалопатии восприимчивы коровы, реже племенные быки. При употреблении продуктов от зараженных животных человек может заболеть болезнью Креце-Дояркова, которая проявляется слабоумием, нарушением зрения, симптомами поражения мышечка. Это заболевание имеет летальный исход. Особенно опасно употребление в пищу головного и спинного мозга больных животных. Мясо и молоко не являются опасными, так как прионы содержатся в них в незначительных количествах. Больные и находящиеся в инкубационном периоде животные являются основными источниками возбудителя инфекции, который передается от больного животного здоровому, зачастую при поедании зараженного корма, например, мясокостной муки. Когда прион попадает в организм, в головном мозге животного начинается процесс дистрофии нейронов и серого мозгового вещества, что приводит к развитию симптомов болезни, сопровождающихся нервным синдромом. Как правило, температура тела у животного не повышается, сохраняется нормальный аппетит, тогда как молочная продуктивность у коров снижается. У животных старше 2 лет клинические проявления болезни представляют собой чувство страха, агрессивность, нервозность, двигательные расстройства, нарушение чувствительности. Болезнь может протекать в период от нескольких недель до года и более, однако исход для животного всегда летален. К сожалению, лечение губкообразной энцефалопатии КРС неэффективно, а специфическая профилактика не разработана. Именно поэтому необходимо проводить тщательную диагностику при любом подозрительном случае, а также осуществлять постоянный лабораторный контроль проб мозга у буйных животных, особенно введенных из
из неблагополучных по губкообразной энцефалопатии КРС территорий. С целью диагностики губкообразной энцефалопатии у крупного рогатого скота мы проводим гистологические исследования головного мозга. У больного животного срез ткани мозга имеет вид губки и другие изменения, по наличию или отсутствию которых мы получаем результаты исследования. Стоит отметить, что при вскрытии павших животных характерные патологоанатомические изменения либо отсутствуют, либо выражены слабо. Присутствуют признаки истощения, иногда встречается отек мозга. Поэтому без лабораторных исследований материала от крупного рогатого скота диагностировать данное заболевание невозможно. Вовремя не выявленная болезнь может обернуться серьезными экономическими последствиями для любого хозяйства. Из-за губчатой энцефалопатии в европейских странах было уничтожено около 4 миллионов голов крупного рогатого скота. Не стоит забывать, что для экспорта животноводческой продукции хозяйства должны быть благополучны, в том числе и по данному заболеванию. В настоящее время основой профилактики губкообразной энцефалопатии в первую очередь является недопущение завоза возбудителя данной инфекции на территорию нашей страны из неблагополучных зон. За эпизоотологическим благополучием нашего региона следит управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. На сегодняшний день Российская Федерация находится в процессе получения официального статуса страны с контролируемым риском по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота. Это поможет расширить экспортные возможности как России в целом, так и непосредственно Брянской области. Одним из критериев для получения такого статуса является недопущение ввоза мясокостной муки, а также любых других товаров, имеющих в своем составе данный компонент, из стран без официального статуса Международного эпизоотического бюро по данному заболеванию. Кроме того, с начала апреля этого года в Россию запрещен ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота. В подобных вопросах необходим комплексный подход, включающий в себя не только государственный контроль, но и производственный, в том числе лабораторный. Только совместная работа поможет не допустить возникновения и распространения на территории нашей страны опасных болезней. Thank you.